Привет! В моих руках Варган Друид от мастерской Варган ЕКБ, настроенный в ноту ми большой октавы. И это еще не все, что можно о нем сказать. Это у нас обновленный новый дизайн 2024 года. Что изменилось? У нас появилась вот эта вот изумительная фигурная форма язычка рядом с креплением. Также мы сделали вот такую вот красивую волну в линии деки, и друид стал у нас еще изящнее. А в этой настройке он у нас относится к высокочастотным варганам, громким, ярким для импровизации, и с такой настройкой магнитный шарик дает ему очень крутые вибрации. Там прям можно весь себе скелет провибрировать. На самом деле очень долго могу на нем играть, он делает вообще все, что я хочу, и меня это даже пугает. Теперь берем магнитный шарик, кладем его в кольцо и... Вот так при помощи варгана можно легко и просто играть и разговаривать на марсианском. Думаю, у нас получится контакт с неземной цивилизацией, если будет при себе такая штука. Это варган, напоминаю, друид, настройка ми 2, ми большой октавы. Если понравилось, пишите в комментариях. Меня зовут Иван Гнездо, это мастерская варган ЕКБ. Бяу-мяу.